безделушку перед возвращением домой. Надо найти. Я умираю за свой. Он понравится. Боги мои, изгонь! В городе! Всем разойти! Стража Маркарта наводит порядок! Никаких изгоев здесь нет! Что ты прячешь, жрец? Я ничего не прячу. Закрыто, значит, есть тому причина. Тебе сюда вход закрыт. Лучше убирайся. Сюда вход закрыт. Лучше убирайся. Тебе сюда вход закрыт. Лучше убирайся. Дядя Игмунда. И его не здесь. Держись поближе, и охрана тебя не тронет. Я советую Игмунду то же, что когда-то советовал его отцу. Осторожность, осторожность, осторожность. Вернусь к письмам. Я так понимаю, ты хочешь от меня чего-то добиться, да? Ну и чего ты хочешь? Угу. Изгои знают в пределе каждый камень. Нужно переждать. Да? Я так понимаю. Ну и чего ты хочешь? Талмору нужно будет показательно меня покарать. Меня бросят в тюрьму. Честь нашей семьи будет запятнана на много поколений вперед. Я дядя Ярла. Он сам, его отец и я клятвенно отреклись от Талоса, чтобы нам позволили вернуться в город. Что, если я тебе расскажу про большой груз серебра и оружия? Ну нет,
Ничего больше я тебе не скажу, пока мы не придем к соглашению. Еще чего? Если я уступлю, ты никогда... Достаточно, чтобы переломить ход войны. Они повезли груз в Солитьют. Это будет очень медленный обоз. Груз тяжелый, и охрана немаленькая. А теперь сделаем вид, что этого разговора не было. Я вернусь к письмам. Клянусь девятерым. Сколько можно ждать? Проклятое ожидание. Как хорошо. Молодец. Мы выслали на дорогу разведчиков. Отыщи их и попробуйте вместе напасть на караван. Не желаю. Во что превратится Скайрим, если его дети поддадутся тирании? Смотри, Боба. Приветствую! Я так и знал, что встреч... Предел красивое место, но уж больно опасное, да? Один неверный шаг, свалишься в пропасть и разобьешься. Это если изгои не доберутся до тебя раньше. Как тебе эти вересковые сердца? От них так и несет недоброй магии. Что привело тебя сюда? У тебя слишком уж целеустремленный взгляд. Вот как? А мы как раз выслеживаем одну повозку. Так что же там такое? Монеты и оружие? Откуда тебе это известно? Ловко обстряпано. Карманный управитель Ярла нам очень пригодится. На наше счастье, повозка недавно сломалась. Сейчас они стоят на обочине дороги, совсем недалеко отсюда. Нас мало, но у меня есть план. Ты как раз вовремя. Сперва мы уберем часовых, а потом займем позицию выше. Дальше ты проберешься вниз и постараешься их отвлечь. Если повезет, мы застанем их врасплох, и это слегка уравняет шансы. Хорошо. На холме стоит часовой. Мы тихонько.
покажем этим безбожным псам. Молодцы. Да хранит тебя Талос. Легионеры сверкают, как свежий снег, и громыхают, как посудный шкаф. Если они заявятся... Молодчина! Я отправлю пару повозок за трофеями. Оружие мы используем... Ты отправишься в Форт Сангард! Найди братьев, которые готовятся к атаке, и помоги им уничтожить имперцев! Что скажешь? Ты справишься? Хорошо. В тебе есть огонь. Мне это нравится. Да хранит тебя Талос! Теперь ты в моей власти. Изгои вернут тебе то, что наше по праву.